этом видео будет очень крутой конкурс на питомцев. Питомец, которого сегодня мы разыграем, это будет вот этот миленький Фрост-дракон. Женяша, я рыдаю, меня обманули два мальчика на бета. Я осталась ни с чем. У нее мечты, ребята, это Fly Ride Королева Пчел и Fly Ride Красный Дракончик. Вот так, ребята, исполняются мечты девчонок. Как тебя взломали, кисуля? Ребят, Дашу взломали, представляете? Это реально очень грустно. Украли всех пэтов почти. Йоу, кисули, с вами я, Женяша, и сегодня новый выпуск про пэтов мечты. Сегодня я буду исполнять желания на серверах и дарить питомцев мечты своим подписчикам, своим кисулям и котикам. Ребята, мне ежедневно в ЛС приходит очень много сообщений о пэтах мечты, о разных ситуациях, которые с ними произошли. Некоторых взломали, украли всех питомцев, у некоторых вообще этих питомцев нету, они просто мечтают об этих питомцах. И сегодня, ребята, я буду исполнять желания. Это уже пятая серия, как я исполняю желания своих подписчиков, и сегодня мы продолжим. Также, ребята, я хочу вам сказать, что многие просьбы я не все могу исполнить, и я исполняю желания те, которые я могу. И, конечно же, ребята, сегодня мы их подарим. А также, ребята, я хочу включить минуточку милоты в это видео. Посмотрите на эту кисулю. Это моя кушечка. Я хочу назвать эту кисулю. Сейчас я называю серенькая. Но я хочу ей придумать очень какое-нибудь крутое, классное имя. И прошу вас о помощи. Ребята, тот, кто мне придумает имя для моей кошечки, тот будет в следующем видео. И я ему подарю пэта мечты. Пишите свои варианты, как назвать мне кисулю. Жду ваши комментарии. А перед началом этого видео я попрошу тебя подписаться на мой канал. Ребята, огромное вам всем спасибо, что вы уже подписчики моего канала. И на моем канале уже вот недавно было 800 тысяч подписчиков. Ребята, осталось совсем немного. И если вы прямо сейчас подпишетесь на мой канал, то моя мечта совсем скоро осуществится. Я очень мечтаю, чтобы на моем канале был 1 миллион подписчиков. Если ты прямо сейчас смотришь это видео, поддержи меня, подпишись на красную кнопочку, нажми на нее, и ты будешь подписчиком моего канала, моей кисули. Лавки тебе! Жду тебя на своем канале. Обязательно подпишись. Ну а мы начинаем осуществлять мечты наших кисуль. Йоу. Первая девочка, которой я подарю сегодня очень классный, крутой подарок, это LoveX Женяша. Это мой фан в Инстаграме. Ребята, кто не знает мой Инстаграм, вот оно. Обязательно на него подписывайтесь, я вас там жду. Она ведет мой фан. Очень классный, кстати. Всегда делает мне разные обработочки, делает разные поздравления. Спасибо реально большое, разные эдиты. И это, ребята, кисуля мечтает о пэтике мечты. Она мне уже его давно пишет, очень давно хочет, и я сейчас исполню мечту этой девочки. Давайте мы зайдем на ее профиль. Я покажу ее, ее профиль. У нее ник Лика Морукова. Как вы думаете, какая у нее мечта? Сейчас вы узнаете это прямо на сервере. Заходим. Итак, ребята, мы зашли к этой девчонке, она очень сильно радуется. Ребят, я хочу вам сказать, что она на протяжении очень долгого времени мечтала о Фростике. И я не сразу его могла найти, как бы вы знаете, ребята, что Фростики очень тяжело достать. Вот этот милашечка, вот этот Фростик, для нее это реально будет просто подарок. Да давайте мы ей передаем и осуществим мечту девчонки, исполним ее мечту. Ликочка, это для тебя. Она говорит, я очень хочу его. Держи его, получай подарочек. Все, ребят, отдаем Фростика. LoveX Женяша очень много писала мне сообщений, просто их очень много, упоминала меня везде. И я хочу вам одно из сообщений зачитать. Женяша, моляю заметь это сообщение. Я очень надеюсь, ты не забыла про мою мечту. Я безумно сильно хочу Фростика. От тебя, Женяшечка. Мне его никто не соглашается дать за тех пэтов, что у меня есть. Я пробовала сотни раз и безуспешно. Прошу, исполни мою мечту. Я сделала тебе 200 обработок. Я не шучу. Я могу дать тебе всех пэтов, которых я пробовала трейдить на Фростика. Также я пробовала покупать Фроста, но вместо этого просто зря потратила деньги. Умоляю тебя, я надеюсь, ты прочтешь это сообщение. Я правда очень люблю тебя, и у меня есть мечта. Девочка просто няшечка, просто милашечка. И как ей его не подарить Фроста было? Очень классно, крутая у меня есть поклонница. Вот так, ребята, исполняются мечты. Сегодня я исполнила мечту своей одной фан-поклонницы. Мы ей подарили Фростика вот такого классного. Очень давно просила эту мечту, много писала, надеялась, что я подарю. И, ребят, я подарила. Если я пообещала подарить, значит, я подарю. Так что она стала обладательницей Fly и Ride Фростика.
Ребята, она мне хочет какой-то подарочек подарить. Какой? Ой, котики. Няшка, вы посмотрите, что она мне дарит. Она мне дарит котика, лягушечку и пчелку. Скажем спасибо. Вот такого котика мне подарила. И вот у меня этот котик, посмотри, няшечка прям сидит и не хочет уходить отсюда. Все, Лика, спасибо большое. Ребята, представляете, мне еще делают подарочки. А теперь мы переходим к Лизе Ред. Это девочка с Инстаграма. Она у меня спонсор на Ютубе. И, ребята, я совсем недавно с ней очень сильно подружилась. И она стала моей помощницей. Но все началось с того, что, ребята, она мне начала в ЛС писать о своей беде. И давайте, ребята, мы прочитаем ее беду, которая с ней произошла. Женяша, я рыдаю. Меня обманули два мальчика на бета. Я осталась ни с чем. Умоляю, дай кого-нибудь. Буду рада, если ты дашь неоновую черепаху. Просто я очень долго к нему шла и прости, что так много пишу. Но если ты достанешь мне бета или вообще хоть что-то дашь, то ты будешь самый лучший. Просто я думаю, что тебе точно дадут бета, а мне за мою шибаину точно не дадут. Ребята, это реально очень грустно, что очень многие ребята обманывают честных ребят на серверах. В Дискорде работает у меня фонд пострадавшим из-за обманов. И, ребята, есть очень классная девочка Алина Кьютиков. И она подарила нам разных питомцев в наш фонд. И в этом списке разных питомцев была Флайера, черепашка. Да я думаю, что мы можем Лизе Ред помочь с этим и подарим ей от Алиночки питомца неоновую черепаху. Так что, Алиночка, лавки тебе, спасибо тебе, что ты помогаешь в наш фонд. Ну а мы Лизочку сейчас возьмем и исполним ее мечту. Идем на сервер. Итак, ребята, вот это Лизка, вот это Кисуля. У нее написано Лизи лавки Женяша. Ой, какая она мила, какой у нее классный скин. Это твоя мечта? Да. Так что, ребята, мы дарим ей неоновую черепашку Fly и Ride. То Лизочка, принимай черепашку и катайся на ней. Кстати, было совсем недавно у Лизки день рождения, и я еще ей кое-какие подарочки подарила. Мы исполнили мечту девчонки, и она, я смотрю, очень и очень счастлива. Давайте я тоже сяду на черепашку. И Мегу подарили, представляете? Мега черепаху подарил мальчик в лайке на стриме. Подарили вот такую мечту Лизке. Переходим к еще одной моей подписчице, Вероника Завр, ее ник в Инстаграме. И, ребята, я хочу вам сказать, она мне написала очень грустное сообщение. И давайте мы его прочитаем. Женяша, привет, я Вероника. Начну с грустного. Я очень много раз соглашалась на траст-трейды и много раз меня обманывали. У меня был флай-единорог, но у меня его украли. Теперь это моя мечта. Я очень люблю Adopt Me и поэтому уважаю людей, которые в него играют. Много людей притворяются Женяшей, то есть тобой. Иногда, когда вижу бедных, они просят пэта, я даю, и они благодарят. Но самое обидное, когда тебя обманывают. Надеюсь, заметишь, исполнишь мою мечту. Ребята, она мне написала 28 августа, я прониклась ее историей, заметила ее. И сейчас, когда я начала ей писать, что я сейчас исполню ее мечту, заходи на сервер, она говорит, правда? Я говорю, да, говори ник, и ребята напишет, офигеть, я не верю своим глазам. Самое прикольное в этом, как бы, ребята, представляете, они же написали, даже некоторые не верят, а точно ли Женяша исполнит их мечту? Ник Лонели До. И сейчас мы исполним ее мечту. Она мечтает о единорожке. Так что, ребята, мечты должны исполняться. Заходим на сервер. Телепортируемся к ней. И, ребята, вот она. Вот эта милашечка. Привет. Мы же знаем ее мечту. У нее мечта это единорог Flyride. Давайте, ребята, зайдем, где у меня единорожки, юники. И найдем ей Flyride единорожку. Вот он, у нас единорожка. Его зовут Женяш. Принимай трейдик, Лонели До. И мы тебе подарим этого милого, няшного Женяшика. Исполним ее мечту. Так что, Лонели До, принимай. Вау, он радуется. Вместе с ней покатаемся на единорожках. Вот так, ребята, исполняются мечты девчонок. Переходим к следующему запросу о мечтах. На этот раз у нас Дисней и Женяша. Это мой фан в Инстаграме. Я хочу зачитать сообщение, которое, я думаю, мы можем исполнить ее желание. Она мне написала сообщение о своей мечте. Я бы хотела поделиться своей мечтой в Adopt. Это встретить тебя и Мегафлай Ра черепашка. Тебя пока не встречала, но постепенно собираю черепах. Ребята, она мечтает о мега черепахе. Это ж офигеть, какой крутой питомец.
питомец. Я бы очень хотела попросить у тебя одну любую черепашку. Я никогда не прибегала к попрошайничеству, но смотря на то, как ты даришь пэтов, мечты другим, я спросила себя, почему бы не испытать судьбу или попробовать. Спасибо за то, что ты выслушала. Лавки кисуля. Ребята, представляете, как она мило это все написала. И я с ней начала списываться и у нее спрашиваю: привет, а ты еще черепах собираешь? Уже сколько времени прошло? Она пишет: да. А сколько у тебя уже? Она пишет: только две. Я сейчас стараюсь трейдить весь инвентарь на черепах. Мы зашли на сервер, и вот она, наша девчонка, которая собирает черепашек. Я хочу вам сказать, что я подумала, что я могу не просто исполнить ее мечту, а помочь мечте ее осуществиться. А также, ребята, я думаю, вы тоже можете ей помочь, если у вас есть черепашки. Итак, давайте, ребята, мы ей кинем трейдик. Я ей сделаю два подарка. Подарю ей просто черепашку, а также подарю флайера черепашку. Я ей сделаю небольшую помощь, ведь она мечтает о мега флайера черепахе. Эту мечту очень долго собирать, и она очень дорогая, ребята. Мы ей подарим двух черепашек. Вы, ребята, если хотите помочь осуществить мечту этой девчонки дальше, то если у вас есть черепашка, заходите на ее ник и подарите. Я думаю, она будет очень счастлива, если мы все вместе осуществим ее мечту. Принимай трейдик! Женяша, ты лучшая! О, ребята, как приятно делать подарки! Я просто подумала, если не мега черепаха, то что можно сделать? А сейчас мы зайдем в сообщение Воронкиной Алены, которая, ребята, очень большая моя поклонница. Она мне очень много нарисовала артиков, очень много писала сообщений, и у нее есть, как у всех, мечты. Ребята, как вы думаете, о чем она мечтает? Давайте я вам покажу. Сообщений очень много, но один из артов, которых она мне рисовала, ребят, да-да, смотрите, сколько много артиков. У нее мечты, ребята, это Fly Ride Королева Пчел и Fly Ride Красный Дракончик. Ребята, я хочу вам сказать, я дарю тех пэтов, на которые у меня есть возможность их подарить. Не все мечты я могу осуществить. И вы меня должны понять, ребята, и не обижаться на меня, если я вас или не заметила, или не ответила на сообщение. Некоторых питомцев я просто не могу достать. И я очень расстраиваюсь по этому поводу. Но насколько возможно, я стараюсь вам дарить питомцев. Так что, лавки, не обижайтесь на меня. Ну а мы сейчас зайдем к этой Аленочке, вот ее ник, и подарим ей ее мечты. Мы пришли на детскую площадку. Мы ей подарим красного дракончика, а также еще Райд Зельку, Райд и Флай, чтобы у нее дракончик был Флай Райд, а также Королеву Пчел. Она очень давно мечтала, чтобы ее мечты осуществились, и мы сейчас ей подарим ее мечты. Я думаю, это очень реально крутые, классные подарки. Она мне пандочку дарит. Так что, кисуля, это мечты для тебя. Эта королева пчел очень крутая, очень классная. Ее просто очень трудно достать из бочонков меда. Вот так я исполнила мечты еще одной кисули. Кисули, а у меня очень интересная идея. А что, если я сейчас прямо пойду на сервера Adopt Me и там буду узнавать у ребят, какие у них мечты? И если у меня есть возможность исполнить эту мечту, то я ее подарю. Я думаю, это будет реально прикольно получить подарок сразу на сервере от Женяши. Так что, ребята, давайте попробуем, посмотрим, как это все будет. Я зашла на сервер, и вот девочка пишет Please Pet, ее зовут Алиса. Вот, ребят, я взяла девочку и у нее спрошу, какая у нее мечта. Единорог! Ребята, мы узнали ее мечту! Давайте ей подарим и сейчас сразу посмотрим на ее реакцию. Единорог! Просто взяла на сервере девочку и дарю ей единорожку. Моя мечта — любая Лего Fly Ride. Подарим ей кого-нибудь, да, ребят? Она говорит спасибо! Вот так мы исполнили мечту девчонки на сервере. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, а как вам нравится, где я исполняю мечты? Когда я списываюсь с ребятами или как раз таки, когда я просто захожу на сервер и спрашиваю вот таким способом? Обязательно пишите варианты, как вам больше нравится. Как тебя взломали, кисуля? Ребят, Дашу взломали, представляете? Это реально очень грустно. Украли всех пэтов почти. Ого, мне реально ее очень жалко. Так каждый день взламывает ребят и забирает у них питомцев. Она реально бедняжка. Так что, ребята, мы возьмем ее, поддержим Дашеньку. Раз у нее питомцев не так много, подарю Лай и Райт Кинга, короля пчел. И пусть эта девчонка не грустит и больше не страдает. Реально жалко, когда ребят взламывают и забирают всех питомцев.
А вот девочка мне говорит: Женя, дай, пожалуйста, пэта. А давай ты дадим Сонечке какого-нибудь питомца. А о чем мечтаешь, Соня? Рассказывай. Right fly. Любого? Нет. А какого? Сова. О, ребята. Но у меня есть одна совушка. Эту совушку подарил мне мой подписчик. И мне очень трудно будет ее дарить. Соня, давай какого-нибудь другого питомца. Ребят, давайте Соне тоже осуществим мечту. Вот этой девчонке, вот эта Сонечка. И мы сейчас ей тоже осуществим мечту. Она хотела совушку, но совушку, ребят, у меня одна всего. И одна неоновая, она у меня в коллекции. А мы возьмем ей и подарим черепашку. Спасибо, Лили. Лавки тебе. Помнишь, мы с тобой трейдились? Так что, Сонечке мы подарим Лайра черепашку. Это, я думаю, это очень крутой подарок. Черепашек трудно достать. Меня благодарит. Это так прикольно. Реально классно. И я очень рада за девчонок, кому я подарила подарочек. Конкурс, который мы разыграем в этом видео, несколько Neon Fly Ride крутых легендарных питомцев. Итак, ребята, я вам хочу сказать, что самый главный питомец, которого сегодня мы разыграем, это будет вот этот миленький Frost Дракон. Он неоновый Fly Ride. Ребята, этого питомца на розыгрыш дал Poppy Boy. Вот его ник в Дискорде. Спасибо ему большое. Он нам дал этого питомца, чтобы мы разыграли в этом видео. Это реально очень круто. Мы разыграем вот этого неонового Fly Ride Ворона, который также нам дал Poppy Boy. Ну и конечно же, ребята, я также добавлю питомцев на этот розыгрыш. Это будет неоновый красный дракончик, легендарного King Bee, король пчел, неоновый Fly Ride. Разыгрываю неонового единорога Fly Ride. Вот такой он няшечка. Что нужно сделать, чтобы участвовать в этом конкурсе? Ребята, шанс есть у каждого. Первое, вам нужно будет обязательно подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Обязательно поставить лайк и нажать на кнопочку колокольчик. А также, ребята, написать под этим видео комментарий. Любой комментарий, Женяша Adopt Me и свой ник. С помощью генератора случайных чисел я выберу победителей по комментариям под этим видео. Ребята, участвуйте, шанс есть у всех. И через 5 дней вы узнаете результаты в следующем видео о пэтах-мечтах. Так что, гоу, ребята! Посмотрим, кто же будет обладателем этих крутых классных питомцев. Котики мои, сегодня я исполнила желания разных моих подписчиков. Если вам понравилось это видео и вы хотите продолжения, то обязательно поддержите меня лайком и подписочкой на мой канал. Ребята, если на это видео будет 30 тысяч лайков, я также продолжу исполнять мечты своих подписчиков. Всем лавки, котики, всем пока-пока-пока, ждите новые видео. Конец. Эту фразу услышат только лучшие люди планеты. Подпишись, поставь лайк, если тебе понравилось. Это важно. Слышишь? Это важно. Подпишись, кисуля.